Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Получила посылочку с сайта Нюшик. Распечатала, но все равно будем вместе все рассматривать. Распечатала, в смысле разрезала, чтобы не шуршать лишнее. Так, здесь расстегнем. Вот так. Так, вот такая толстовка или куртка, как назовете. На молнии, капюшон. Длина до бедер или ниже, как получится. Рукав на манжете, снизу манжет. Карманы. Завязочки возле капюшона, молния металлическая, карманы. Вот. Все добротно пошито, ни нитки не торчат, все теплое. Сверху трикотаж, внутри вот как мех искусственный, теплое. В межсезонье можно носить. В рукавах тоже утепление. Сзади просто пряменько. Молния металлическая, как я сказала. Внутри вот такой мех искусственный. Это не подкладка, а все вместе, по-моему. Одна ткань такая. В общем, удобная вещь, теплая. Носить будут с удовольствием мужчины. На сайте еще цвет темно-синий есть этой толстовки и черный. Я выбрала такой цвет. Еще надо одеть на модель, посмотрим на мужчине. А так, ссылку на эту куртку оставлю под видео, как всегда. Распечатываем. Как всегда, тщательно запечатано. Не лишь бы так, а тщательно. Вот. Такая детская курточка. Это что? Капюшон. Капюшончик. Вот такая джинсовая детская курточка. На мальчика будет. Так. Спереди чуть-чуть короче идет. Вот. Сзади чуть длиннее. Ну так, модный фасон. Карманчики накладные на кнопках. Карманчики. Стоечка. Здесь просто без манжетика рукавчик. Знак какой-то. Вот. Для капюшона вот кнопочки, чтоб пристегивался. Молния, как во всякой джинсе. Металлическая. Хорошо работает. Без подкладочки идет просто. Ну, как и джинса любая. Хорошая. Ссылку на эту курточку оставлю под видео. Вот внутри поясочек, кулиска. Кнопочки работают нормально. Пристегивается все. Плотненько. Чтоб не сильно большая была, посмотрим. Но если большая, то подождем. Растут как на дрожжах дети. Неплохо было бы показать на модели, но не знаю. Говорят нашу модель, что подела, показала. Вернее, одел, показал. Посмотрим. Мне нравится. Запаха вообще никакого. Я хотя и редко нюхаю эти китайские вещи. Есть
делают распаковку, принюхиваются, какой-то запах. Не было запаха. Никогда. Пошито хорошо, ни ниток нет. Ничего торчащих. Все отлично. На вешалочку повесят, распрямится до весны. И будет отлично. Проверим молнию. Назад застегиваем, как ездит. Отлично ездит. Вот, лишь бы ткань в зубцы не попадала. Так, размерчик у нас 110. На рост 110. Хорошая, дети будут довольны. Чудесная курточка. Мне самой нравится. Сегодня получена вот такая посылочка емкая. С сайта New Chic. Сейчас раскроем, посмотрим, что здесь. Долгожданная посылка. Я ее долго... А что-то она так... Так, это куртка. Это куртка. Я ее так жду. Уж кончится зима. А я и не померяю. Тепленькая такая. Спереди карманчики накладные. Молния хорошая, крепкая. Кулиска по линии талии. Сзади немного длиннее идет вот так. Расчешем и будет песцом. Мех искусственный. Ага, будет хорошо расчешется. Вот эта куртка прямая, фасон прямой. Верх балония. Не плащевка, а балония. Накладные карманы. Все добротно пошито. Нравится мне куртка. Ссылку на куртку, как всегда, оставлю под видео. Хочу еще добавить, что сейчас на сайте New Chic есть скидки на ряд товаров до $60. Также на сегодняшний день действует бесплатная доставка для покупателей из России при приобретении товаров от $35. И для получения новой скидки подпишитесь в группу New Chic в контактах. Удачных вам покупок! Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч и всего вам самого доброго!